dvhub.ru. Данное помещение – это будущий малый зал, в котором сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Сохранены исторические розетки на потолке, а также выполнена перекладка двух участков стен с помощью вывешивания перекрытия. Также можете увидеть основное фойе, фойе центрального входа, в котором будут расположены гардеробы. Также восстановлена лепнина, декоративные элементы исторические. dvhub.ru